Ростовчане, всем привет! Первая неделя октября выдалась богатой на странные праздники. Сегодня без таковых тоже не обошлось. На этот раз отмечают День воспоминания про теплые вещи. Осень вступила в свои законные права и действительно невольно начинаешь вспоминать про другую одежду, которой пора заменить на полках летнюю. Я, кстати, уже это сделала, потому что пристально слежу за прогнозом. Пойду в студию и оттуда поделюсь им с вами. Выходные будут пасмурными, но не дождливыми. В субботе синоптики обещают 21 градус, но из-за довольно сильного ветра скоростью 6,5 метров в секунду ощущения будут где-то на плюс 16. Атмосферное давление по-прежнему высокое, 766 миллиметров ртутного столба. Влажность ровно половина от сплошной воды. Ночь субботы на второй выходной будет теплой с плюс 16, а в воскресенье столбики термометров дотянутся до 20. Хотя опять же все подпортит ветер, дуть он будет, преодолевая 5,5 метров в секунду. Атмосферное давление немного снизится до 761 миллиметра ртутного столба. А влажность, наоборот, вырастет до 59%. Ночью термометры покажут плюс 17, а уже днем в понедельник пойдет дождь. Благодаря чему температура не изменится. Ветер утихнет до 3,5 метра в секунду, влажность подрастет до 72%. А атмосферное давление придет в норму, классическое, 760 миллиметров ртутного столба. На этом я с вами прощаюсь. До свидания.